Сегодня мы приготовим кофе с кардамоном и сливками с помощью кофеварки Vitek VT1515. Нам потребуется 2 мерные ложки молотого кофе, 40 мл сливок, 1/4 чайной ложки молотого кардамона, 1 чайная ложка тростникового сахара и 160 мл воды. В чашку насыпать 1 чайную ложку тростникового сахара, также положить 1/4 чайной ложки молотого кардамона. В фильтр установить держатель для фильтра. Насыпать в фильтр 2 мерные ложки молотого кофе и утрамбовать обратной стороной мерной ложки. Налить воду в емкость для воды. Установить держатель фильтра в кофеварку и включить кофеварку. Установить чашку на поддон. И когда загорится зеленый индикатор, повернуть ручку выбора в режима против часовой стрелки. Когда чашка наполнится, вернуть ручку в исходное положение. Далее необходимо в кофе добавить сливки. Кофе с кардамоном и сливками готов. Приятного аппетита! Vitek. Здоровый взгляд на технику.